Каким вы хотите меня? Сценарий Саймон Най. В ролях Шарлотт Коулман, Дилан Моран, Клайв Мэрисон, Питер Серафинович. Производство BBC. Третья серия. Чудовищный. Заткнись! Знаешь, что тебе сделать, чтобы тебе тут приняли? Что? Публично убить члена лейбористской партии? Помочиться на того, кто пытается испортить охоту, может быть? Нет-нет, присоединиться к обществу, встретиться с несколькими людьми. Ты любишь театр? Может, присоединишься к труппе Сноуля? Что они собираются ставить? Волшебника страны Оз. Можно я буду Дороти? Нет, Сандра Вудс играет главную роль. Ну и фиг с ним. Есть еще историческое общество. Ладно, как насчет спорта? Мы можем вместе вступить в теннисный клуб. А от нас не будут ожидать секса с другими парами? Уверена, ты бы согласился. Кстати, о ведьмах. Что? Что? Йен, нет, нет. Первая идея, что у нас возникнет, это послать их в жены читателей. Нет, они будут художественными, в духе Хельмута Ньютона. Разве мне было недостаточно Хельмута прошлой ночью? О боже, Лиза. Что, девочкам тоже можно говорить пошлости? Что с этой долбанной штукой? Крышка. А, ну ладно. Хорошо. О, здорово, надменно, властно. Да, властная женщина, которая случайно держит себя за грудь. Расслабляется или еще что, хорошо? Футбол. Ты любишь футбол. Дин капитан запасной команды. Почему ты не попросишь его взять тебя в команду? Потому что, ну, знаешь, я стеснителен, а он просто безумен, вот почему. Так, теперь... Приготовься, теперь будет большой, подожди меня. Добрый вечер, привет. Можно мне пинту старого пса, пожалуйста? Дрянного пса? Дохлого пса? А, дохлый пес, да, вот это, пинту дохлого пса, пожалуйста. Йен! Ты в порядке, приятель? Привет. О, простите, извините. Я знал, что найду тебя здесь. Ага, это вроде как второй дом для меня. Прямо как если бы у меня их было два, только другой дом, куча дерьма, реально? Да. Так, ты хотел поговорить о чем-то? Нет-нет. Нет? Слушай, Лиза говорила, что ты не... Ну, не пабный парень. Нет, нет, вообще-то, нет. Забавно, но я вижу, к чему ты клонишь. Ты типа думаешь, с чего это я застрял здесь на всю ночь с этим придурком? Да-да, именно, да. Что значит именно? Что это значит? Я имею в виду именно. Ты говоришь, что я придурок? Нет, я хочу сказать... Ты это хочешь сказать? Нет, я говорю, это случается, ну, знаешь, с людьми. Я шучу, это была шутка. Дружище, расслабься, понял меня? Слушай, я слышал, что мой отец предложил тебе 20 тысяч фунтов, чтобы уехать из деревни. Да, именно. Он крутой парень, мой отец, да? Старый папа, да, самый крутой. Как насчет старого доброго арсенала Уикенд? Ага, объявление, Иэн, мне плевать на арсенал. Но ты же капитан футбольной команды. Да, ну и что? Что за люди играют у тебя в команде? Всякие. Не такие уж мясники. Я тоже играл. До недавнего времени. И неплохо вообще-то. И я не прочь иногда поиграть снова. Можно мне поиграть? Пожалуйста. Слушай, я дам тебе испытательный срок, если ты сделаешь пару бесплатных фото нам. О, Дин, вот не надо, давай, расслабься, старик, расслабься. Дерьмо, слушай, мне надо 50 пенни, у тебя нет фунта.
Ты пойдешь по моему свистку. Хватит! Хватит уже! А что, если я одену свитер и буду вратарем? У вас нет вратаря. У вас нет. Ну ладно. Какие у вас рекорды в этом сезоне? Да ладно, вот, 6 удалений с поля, 11 билетов, да. Мы довели рефери до слез дважды. Нет, 3 раза вообще-то. Дважды за один матч. Патридж Грин. Патридж Грин, заткнись. Это здорово, а как насчет побед, поражений и всего такого? Ну, я не знаю, ну... Фигня. Фигня. А с кем матч на следующей неделе? Пенфолд вниз по дороге. Мы ненавидим Пенфолд, мы ненавидим Пенфолд. Мы Пенфолда ненавистники. Да. Понятненько. Что думаете о Пенфолде? Но мы их ненавидим. Заткнись, Брюс. А ты не должен был бы постараться нас программировать? Да, давай. У меня новый подход. Я думаю, если вы выглядите беспощадными ублюдками, то вы так и должны получиться. Стыд это для гомиков. Поднимите руку все, кто думает, что у Гевина проблемы с ориентацией. Обе руки. Но нет. О, сделай одну с задницей на первом плане. Подай голос, Дин, а то она затерялась в толпе. Дино, Дино, Дино. Думаю, что хватит, пожалуй. Эй, что это? Нет, это для клиентов. Открывашка есть, но хоть один фан у нас есть. Эй, взрывоопасно! Сестра! Кто это сделал? Shut up! Заткнись! Кто это сделал? Не знаю. Наверное, ты разложил их по студии. По студии, где я работаю. Это моя работа. Если бы ты не противопоставлял себя каждому... Я не противопоставляю, эй! Добрый день, Лиза! Можно поговорить? А, да, привет, Питер, заходи. Привет. Привет, Коломбо. Мое внимание привлекли некие обнаженные фото, которые я нашел разбросанными по всей деревне. О, я вижу, и у вас есть несколько. Да, есть у нас. Если я не ошибаюсь, это ваши фотографии. Нет, нет, это Тиффани, однояйцевый близнец Лисы, позирующая с моим однояйцевым близнецом Нилом. Для гаражного календаря однояйцевых близнецов 98-го года. Конечно, это мы! Это вы сделали эти фотографии? Да, я фотограф, фотографии. Хоть мнения по поводу этих фотографий и разнятся в некоторой степени по деревне. Вы же осознаете, что это оскорбительно открыто демонстрировать изображение порнографической природы на публике? А вы осознаете, что вообще-то они были не для публики? Если бы я хотел публичности, я бы сфотографировал кошку. Это мы дома, они украдены. Правда? Я хочу, чтобы вы узнали, кто за этим стоит. Зачем? Просто шутка. Кто-то выставил мою жену на всеобщее обозрение. Вам бы лучше о себе позаботиться, сэр. По крайней мере, ваша жена получилась довольно неплохо.
Спасибо, но не в этом дело. Они очень смущают Йена. Да? Что? Почему? Короче, вы будете расследовать или нет? Нет, сэр. Я бы взял одну, если можно. У меня вот этой нет. Идите выписывать кошкам штрафы. Ну же! Это точно кто-то из команды. Возможно. Это может быть кто угодно. Люди приходят и трогают вещи. Твоя семья. Твоему отцу бы понравилось. Моему отцу бы понравились мои фотографии с голыми сиськами, развешанные по всей деревне. Твои сиськи — это цена, которую он готов заплатить за моего петушка. Заткнись! Как же это стыдно. Это формочки для бисквитов, Лиза. Почему Том ненавидит Джерри? О, я не думаю, что он и впрямь ненавидит его. Он бросил его в огонь. Ну, он же выжил. Только пока. Знаешь, это просто мультик. У моего папы есть ваша фотография без одежды. Что? Он нашел ее на дереве. Почему мальчики носят шорты, когда вырастут и играют в футбол? Не знаю. Иди поиграй. Мисс, мисс, можно ваш автограф? Нет. Здравствуйте, это Penfold Repro. У вас не было больших заказов на печать в последнее время? 200? Нет? Хорошо. Доброе утро, Snapshot. 200? Все 10 на 8? Нет? Ладно. Это портреты, да? Ага, подожду. Green sleeves? Хорошо. Нет? Хорошо, хорошо. О, опять припев. Они в полный рост, и они типа... такие... Нет? Хорошо. Спасибо, пока. Это стилизация под Джона и Йоко, ну, вроде того. Фото задниц, да. Они голые, да. Да, полностью голые. Как без одежды. Да, на них нет одежды. Да, можно видеть почти все. Да, можно, можно увидеть много. Вы их печатали или нет? Нет? Ладно, я рад, что разнообразил ваш вечер. Пока-пока. Причудливые деревенские жующие ты вид уродцы. Здравствуйте. Привет, я нашел еще немного в домике скаутов. Мне нравится верхняя. Спасибо, вы метаетесь, пока. Присядь. Пара-тройка родителей позвонили мне, чтобы выразить мнение по поводу нескольких фотографий. Знаю, возмутительно. Да, вокруг них идет оживленная торговля. Я нашел одну в хорошем состоянии, она уже идет за 8.50. Я выросла здесь, я очень хорошо знаю жалкую деревенскую любовь к скандалам. Это плохой пример для детей, вам так не кажется? Да, мы с мужем пытаемся найти виновного. Здесь есть нормы личной морали и общественной ответственности. Быть учителем — это как быть королевой или священником. Добродетель должна выставляться на показ в приумноженной форме. Извините, я, кажется, потеряла свою брошюру по монашескому поведению. Так вы не берете на себя никакой ответственности за то, что разрешили снять все эти фото? Нет. Это будет все равно, как взять на себя вину за то, что тебя ограбили. Нет, 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 нет. Я бы приравнял это к расстегнутой ширинке. Причина может быть невинной, а может и не быть. Однако эффект может быть чудовищным. Эти фотографии не чудовищны. Вообще-то они довольно красивые. Может, вы сообщите об этом миссис Мамфорд на следующем родительском собрании. Насколько я знаю, в обороте 4 фотографии. 3 я конфисковал. Могу я видеть четвертую? Нет. Я не ношу их с собой. Хорошо, в любое время. Huh?
Пас назад. Назад передавай. Быстрее. Ну давай, пас. Кто из вас деградирующие пинатели дерьма? Ублюдки. Эй, Иэн, на что уставился? Сюда! Иди и делай свои упражнения. Эй, Тим! Иэн, это Иэн. О, извини, я тебя в одежде не узнал. Заткнись, Брюс. Так, все собрались? Кто это? Это Иэн. Эй, Иэн, мне тут надо фильм закончить. Можно одолжить у тебя жену? Ладно. Мне очень приятно сообщить, что Иэн будет играть в команде в субботу. Против Пенфолда. Мы ненавидим Пенфолд. Мы Пенфолда ненавистники. Поздравляю, поздравляем, поздравляю. Ладно. Теперь, как новый член команды, ты должен пройти через 7 обрядов. О, не волнуйся, все будет хорошо. Добрый вечер. Ага. Так, Спендер на воротах. Свипер, полузащита. Не, Таггарт. Таггарт, да? Таггарт, ладно, ладно, Таггарт. Крайние защитники. Реган и Картер, да-да. Да, Милтфилд, Паска, Вайклифф. Не-не-не-не, он не справится с темпом. Он сможет, сможет? Нет, чисто объективно, Фил, он не может. Но темп ведь не имеет значения, так ведь? На полузащите тебе нужна мотивация. Ладно? Морс. Нельзя поставить Морса и Регана, это один человек. Айрон Бру. Кто? Айронсайд. Он дерьмо. Он в инвалидном кресле, так что он... У него нет ног. Идиот. И он американец. Ну и что? Боди. Да, Боди хорош. С ним было бы тяжко. Очень тяжко. Ангел и Чарли. Все трое. Привет, Джефф. Лиза. Я пришла спасать Иэна. Привет. Его тут нет, Лиза. Я думаю, он, наверное, тренируется. Ладно, спасибо. Привет. Добрый вечер. У них есть обряды, это мужские шутки. О, прости, любимый. Может, я, сниму тебя? Нет, все в порядке. Я думаю, я бы остался тут, поработал бы немного. И что за ритуалы тут были? Ты ведь не хочешь знать, правда? Танец многоленников, перенос аптечки интимными органами, молитва грязи, питье собственной мочи. Спасибо, я больше не хочу знать. Короче, я в команде в субботу. О, замечательно. Нам очень важно побить Пенфолд. Вообще-то это было бы чем-то из ряда вон выходящим. Ты же знаешь, что они их придумали, да? Что? Обряды. Они придумали их для тебя. Иэн? У фотостудии сейчас новое руководство. Портреты и фотографии Яна Лайена. Эй! Все нормально, Иэн? Запираешь дверь конюшни?
Один из моих ритуалов. О, правда? Ну, знаешь, перед этим я обычно крашу свои гениталии как зебру. Мои уже довольно выдающиеся гениталии. Дерьмовый замок. Извини, не хотел тебя обидеть. Но мы тут для тебя все безумные фермеры. Это все бремя старого дерьма, Дин, да? Слушай, приятель, дело вот в чем. Думай об этом так. У тебя было что? 3-4 позорных часа? Но до конца жизни у тебя будет история для рассказов. Зачем мне об этом рассказывать? Ты будешь. Тебе нужно благодарить меня. Знаешь, сейчас большая нужда в анекдотах и прочей фигне. И некоторые из нас считают, что именно мы должны сделать жизнь немного интереснее. Тебе будет интересно, да? Почему бы мне не взять стул, на котором ты сидишь, и не долбануть тебя им по голове со всей дури? Будешь рассказывать до конца жизни. Хорошо. Нет, не в этом дело. Нет, ударь меня стулом, это будет хорошо. Я не хочу. Тогда я сделаю. Успокойся. Успокоиться? О, я расстроил Йена. Слушай, Йен, дружище Йен. Я не хочу расстраивать своего зятя. Так что я скажу, кто украл твои фото. Кто? Давай, ударь меня стулом. Заткнись, Дин, кто? Филипп! Филипп с повязкой на голове. Филипп! Почему? Потому что он псих и ненавидит тебя. Спасибо. Да ладно. Чувствую себя дерьмом теперь. Вот. Что это? Твоя майка на завтрашний матч. Готов? Да. Круто. И слушай, расслабься немного, Ян. Какой-то ты напряженный. Ублюдок. Отлично. Ладно, Филипп, давай встретимся с людьми. Привет. Эй. У меня подарок, глянь. У меня полно таких. Ужасная картинка с головой Филиппа Харкера. Ага. Отличный подарок. Их сотни по всей деревне. Отлично. Зачем? Это он. Это он украл неги. Ну, негативы. Да, я знаю, что такое неги. Одна потрясающая возле офиса. Она такая забавная, потому что... Вообще-то это не он. Да нет, он. Нет. Конечно, он. Не он, это Дин. Дин повесил фото. Несколько людей видели это. Они врут. Я спросила его, и он признался. Чушь. Ты шутишь? Что-то ты сильно спокойный. У меня третья стадия. Я уже прошла через слепую ярость и месть. Теперь у меня стадия смирения. Какой подонок. Да, я знаю. Значит, Филипп ни при чем. Ага, и он очень вспыльчивый, да? Ага. Да, мы все это знаем. А чем он занимается? Чем-то странным. Он водит бульдозер. Да, да, точно, здорово, великолепно. Отлично. Слушай, я знаю, что ты хотела сходить куда-нибудь, но лучше не ходить. Сегодня только пятница. Никто никуда не ходит в пятницу, и если мы останемся... У нас приличная одежда, и где-то там был творожок. Если мы могли бы...
Йен, Йен, я тебя не слышу, ты пропадаешь, как Норман Коллиер. Что? Где ты? Где? Я еду. Я еду, понятно? Мне пришлось поехать в Пенфилд, чтобы арендовать машину. Да, послушай, мне жаль за вчерашнее, все как-то неправильно вышло. Я куплю тебе выпить, ладно? Нет, нет, забудь об этом, не нужно. Совсем. Неважно. Но это серьезный матч, Ян. У нас нет запасного вратаря, и я не хочу. Да расслабься, ладно? Я еду по скоростной трассе. Буду с минуты на минуту. Пока. Дин, где вратарь? Давайте, парни, давайте. Брюси. Придурок. Гэвин. Псих. О, прости, приятель. А, да брось, гомик. Пока. Нет, нет, Йен, нет. Мне плевать на это. Слушай, где ты, черт возьми? Я говорю по телефону. Дин, все будет нормально, я еду. Я не хочу растянуть связки, так что я взял машину. Я скоро буду, пока. Так, куда поедем? Где ближайший мультиплекс? Примерно в 500 милях. Надеюсь, у них есть эти желейные автоматы. Ну и ладно. Начнем. Дино! They can paint the blackest picture of you. They can hate everything that you do. They can crush you on the hill. But nothing will change the way I feel.